Всем привет! Сегодня фарширую перчики. Получаются очень вкусные, сочные, ароматные, на вид очень аппетитные. А готовиться совсем несложно. Выкладываем нарезанную кубиком одну луковицу на смазанную маслом сковороду и обжариваем до полупрозрачности. Затем добавляем грибы, у меня свежие шампиньоны, 200 грамм. И все вместе обжариваем. Солим, перчим по вкусу, перемешиваем. Я еще добавила один отварной картофель, у меня остался после салата, вы можете не добавлять. А также добавляем измельченный чеснок. Выкладываем все в миску, добавляем 2 средних помидора, нарезанных кубиком, измельченный укроп, солим, добавляем 2 столовые ложки сметаны и хорошо перемешиваем. 3 болгарских перца разрезаю вдоль и удаляю сердцевину и семена. Выкладываю перцы на противень и фарширую грибной начинкой. Посыпаю тертым сыром. Наливаю немного воды в противень и отправляю в духовку 200 градусов на 20-25 минут. Наши перчики готовы, можно подавать к столу. Получаются очень нежные, сочные и ароматные, и выглядят очень аппетитно. Всем желаю приятного аппетита и отличного настроения. Кому понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Удачи, всем пока-пока!